משמעות של המילה קורבן זה להתקרב, להיות קרוב, להתקרב לאלוהים. מאותה מילה גם באה מילה אחרת, קרב. Uh, זה מלחמה. Война. Потому что не так просто приблизиться к Богу. Не так просто оставить грех. Нужно с этим бороться. Нужно приложить множественные усилия. Ишуа говорит, что со времен Иоанна Крестителя. И не лках от бекох, беприца. Царство Божие силой уберется. Вот это церехляшки, это мамаца за. И тебе нужно приложить это усилие. Приблизиться к Богу всегда требует усилия. Потому что внутри что-то есть, что противостоит. Потому что если ты совершил грех, этот грех внутри противостоит. Есть что-то, что обвиняет тебя. То внутренний голос, который говорит тебе, не надо тебе приходить к Богу, как ты такой грязный, приблизишься к Богу. Как ты в таком положении можешь позволить себе вообще просить прощения? Но жертва Иешуа совершила работу. И он протягивает тебе руку и говорит, приди. Приди таким, какой ты есть. Как ма Соверши это усилие. Попроси прощения, оставь этот грех. И я дам тебе силу сделать это. Но от тебя требуется усилие.